Всем привет, 25 июня, уже июнь заканчивается. Посмотрим обстановочку улицы Клемена. Как то, что у нас ремонт идет, народный контроль. О, как тут выкопали, прикольно. Так, ну вот, площадка это, вот она школа, номер один, спортзал. Здесь у нас асфальтик, положен был уже несколько лет назад. Ну вот, автомобильная парковка по площадке делается. Маленько. У нас такие мотоциклисты катаются. С утра. О, для здоровья полезно на мотике погонять. Это улица Садовая. Вот там спорткомплекс у нас, видите. Вот красненькое здание. Посмотрим здесь. Как у нас обстановочка сейчас. Так, вот здесь, смотрите, уже подушку положили щебеночную. Делают пешеходные дорожки. Опять, видите, делают узко. Не как мы люди просим, делают узко. Опять будет ехать тяжело. Можно было сделать пешеходную дорожку, в принципе, здесь по краю. Ну, такие законы, такой проект у нас. Ладно, пока пускай хоть так делают. Потом переделаем, может быть, лет через 5-10. Ну, техника работает. Воскресенье. Но очень узко. Если КамАЗ будет ехать встречка или автобус, легковушка может черкануть, в принципе. Хотя на Павлодарке вроде ни одного случая не было. Может быть, будут потихоньку ездить. Тоже, с одной стороны, хорошо, не будут гонять. Вот, видим. Пешеходные. Так, ладненько. В эту сторону проедем, покажу вам стакановочку. Здрасте. Пока щебенка, а потом будет асфальт. У нас магазин «Клен», «Пятерочка», бывшая столовая «Рейковская», помните? Приезжали в деревню сюда покушать вкусного борща, картошку с котлеткой, с подливом. Это был мясо-молоко, магазин, сейчас пивоварня. Я бы, конечно, вообще запретил алкоголь в России. Какие красивые домики у нас есть. Колян, здорово! Тут пруд пешеходный, видите, нагребает. Тут площадь у нас центральная. Это Салиха, магазинчик «Восход». Здесь сейчас вам интересно покажу. Эх, придется велик замарать маленько. Грязюка. Вот детская площадка построили здесь вот у нас. Сейчас покажу вам городок. Вот такой на днях буквально. Веревочный парк, лазить ребятишкам. Вот так же построили. Видите, здесь покрытие резиновое, мягко сделали новое. Причем его можно менять, оно такое, как квадратиками. Здесь, видите, вот все убрали. Вот. Здрасте. Ага. Почему, блин, 45 лет на нем езжу? Вот здесь интересно убрали. На великах я уже, да, полвека катаюсь. Ну, вот здесь вот я показывал вам уже мусорную такую площадку сделали качественную. Вот видите, убрали. Вот центральная площадь наш, вот памятник. Вот все побирали здесь. Как прикольно, смотрите. Все будет новое. Насколько качественное будет, посмотрим. Вот покажу, вот так вам видно будет. О, видите, камни. Здесь тоже все поубирали. Здесь у нас таксисты тусуются. Вот она почта. Почта такая, конечно, тоже здание. Ну, ремонт идет, кстати, смотрите. О, тоже новость, посмотрим.
его обдирают. Вот, видите, будет новое что-то здесь у нас. Наверное, отделают или отштукатурят. Плиточка, может быть, обклеят. Но окна тоже старые, еще даже не пластиковые. Такое развитие у почты не очень у нас идет. Вот народ приехали в магазин. Кому что-то что, стройматериалы какие купить. Вот лужа. Здесь дорогу надо сделать еще нормальную. Вот памятник. Тут, в принципе, убирается чисто всегда. Пошли магазинчики центральные. Вот она площадь. Сцена, трибуна. Тут у нас лавочка, что удобно. Люди, кстати, часто здесь сидят. Детская школа искусств. Это храм у нас. У батюшка на работе вон. Его Нива стоит, шевалюха. Полиция, милиция. Здесь магазинчики всякие, сотовые связи. Юрий Сергеевич магазинчик. Кстати, Валя, вот вывеска не новую повесили, такие красивые. Цветочка не только всегда. Молодцы. Пример всем предпринимателям России. Это у нас МФЦ. Тут мы делаем паспорта, права. Тут ребята, азиаты торгуют. Одежда, обувь, большой выбор, дешевая. Ну, качество так себе, конечно. Маломальская. Вот она, детская площадка. Тоже качество, конечно, не супер, но нормально. Более-менее пойдет для начала. Замочек закрыли что-то. Наверное, еще не доделали. Не доделали здесь что-то. Пол, наверное, не доделали. Ну да, видите, здесь еще вот такие выбоины. Вот так. Мы все очень сильно любим Кыштовку. Дай бог ей развитие по-новому. Не как раньше. А по-современному, качественно, по-доброму. В соответствии с Библией. Нормами нормальной человеческой жизни. А вот наше солнце Кыштовское.